Я себя чувствую свободным, когда прыгаю, себя как рыба в воде. Есть в России такая пословица: количество всегда переходит в качество. В прыжки в воду я пришел в 7 лет. На данный момент мне 23 года. Можно сказать, я не жалею о том, что провел в бассейне все свое детство. Золото Олимпийских игр – это мечта всей моей жизни. Я вижу этот момент с разных позиций. Когда я поднимаюсь на пьедестал, я смотрю на себя спереди. Когда мне вешают медаль, я вижу это в профиль. Когда звучит гимн моей страны, я смотрю на это сверху. Когда уже встал на край, я прокручиваю прыжок в голове. Я исполняю этот прыжок на высшую оценку. Делаю его безукоризненно. Above and beyond, значит, сделать все возможное, чтобы добиться успеха.